Вилочкой там, как-то ложечкой, вот вот вилочкой, а ну. Поддеваю. Да не так надо! Смотри, какая вышка. Вверх, вверх. Ты аккуратнее. Ой, у меня газом заняло, или я газанула. Первая кровь. Я даже не почувствую. Да, конечно, так пиво хочу. Блин! Осталось совсем чуть-чуть. Да что газует, не пойму. Кто газует? Кто рядом стоит и газует? Как-то у тебя быстро получилось это самое. Сломать зажигалку? Да. Обращайтесь. Неправильно брали. Я истекаю кровью! Мы же пойдем лучше кровашку попросим. Где? Подожди, сколько время? 12 ночи. Что-то рано еще. Давай двух часов подождем и пойдем. Потому что мне кажется, что еще рановато. Осторожно, зубы не сломай. Что вот до чего сломала? Доводят людей. Хочу пиво. Ура! Я не могу. Ангелина, что ты трындишь в туалете? С кем она разговаривает? Вот это из фильма ужасов, блядь. Сама с собой. Угу. Смотрела последнее это? Заклятие. Не знаю. Заклятие? Да. Нет. Я даже не смотрела последнее. Это самое... Книга, это то, что мы с тобой смотрели. Книга чего? Джунгли? Нет. А, ну, тетрадь смерти. Да. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба. Пела и плясала. Мы приехали на новый пляж. Сегодня называется Благовещенка или Благовещенск. Что-то такое. Давай уже едь. И этот пляж мне посоветовал Женя. Если ты меня смотришь, я знаю, ты обязательно будешь смотреть. Я не знаю, правильно ли я приехала. Это
Нет, я же говорю, у меня на гульке держится. У меня тоже гулька. Ну, у тебя-то козырек большой. И что, я вот так буду идти и держать? Так, ну, ты же хотела быть богемой. Та красота требует жертв. Да, я вот это теперь иду. Ну, настоящая богема. Под мышки проветривай. О, боже, Яна, хватит. Видели, как здесь на пляже пиво пить можно? Зато собак в воде можно купать, а пиво только так пить.